Не оставляй ресурсы, зачем? Окей. Тут был уголь еще, пожалуй, помню. А вот золото. Ну что, пока квори наша докопает до нужных нам ресурсов, нам на чем-то надо жить еще. Золото, золото. Упс. Заспаунил две лодки, ну и ладно. Так, ну все. Основное собрал, теперь иду на выход отсюда. По крайней мере, буду стараться идти на выход. Так а зачем мне тогда к тебе плыть? Так мы же там еще дальше будем исследовать. Там же еще много всего интересного. Что-то у меня энтузиазм погас немножко после этого происшествия. Да нет, тут все нормально. Не дрейфь. Да грибу вроде нормально все. Не дрейфую. Так, я двигаюсь, пытаюсь найти, где вход в эти все пещеры. Я пытаюсь найти маяк, он тут далеко, но я примерно направление помню. Вроде бы туда двигаюсь. Ага, так, я, кажется, что-то уже начинаю. Вроде под маяком уже. А туда ли я грибу? Это неизвестно. Вот вижу какой-то вот тут маленький остров. А вот все, маяк. Ага, отлично. Я вот только пытаюсь найти. А, вот он рядом. Пытаюсь найти, где лесенка наверх здесь. Сейчас я как раз в нее спущусь. Поищешь меня. Оп. Так, сейчас ровно. А, вот, нашел я все. Лезь наверх. Все. Мы это сделали. Ну, почти. Что там, ночь, да? Да, и дождь причем. Отлично. Любимая погода. Так, ты где? Вот, вот ты. Сейчас тебе буду сейчас отдавать. Инвентарь. Так, это твое. Твое. Одна лодочка. Глаза. Вот лодки мог бы выкинуть, кстати. Их тут яблоки. В округе плавает. Это... это, 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 носки твои. Так, что-то еще Stone Brick, не знаю, зачем я взял. Этот текс, сапфировая лопата, ну вот так вот. Основное взял. Поплыли теперь к коровьему острову. Штанов не хватает, думаю, что-то не хватает. Штанов не хватает. Штаны, наверное, там оставил. Эх. Придется без штанов тебе, парень. Там еще один вот этот большой остров есть. Это и есть Коровий остров, да? Да, это и есть Коровий остров. Давай берем лодки. А маленький остров тут какой-то еще рядом был. Сейчас что, все исследуем. Так вот поспать бы, потому что... Двигай за мной. Ночь, темно, ничего не видно. Все нормально, отлично видно. Ну, на Ютубе не совсем хорошо будет видно. Надо любить всякую погоду. Ты куда там поплыл? Давай за мной. Да вот маленький остров. А нам этот маленький не нужен, там арбузы только растут, все. Конечно, довольно забавно. Тут, знаешь, всякое бывает, опять же. Сейчас посмотрю, может, копнул под деревом. Жаль, у меня удочки с собой нет, чтобы порыбачить. Вот ты рыбакоман. Такую-то погодку самое то. Чем такая погода хороша, что в такую погоду никуда не торопишься, сидишь себе. Рыбачишь ты где там? Я вот возле маленького острова, а ты уже... А, вот иди на меня. Вот там, видишь, где плавающие коровы? О, рассвет, отлично. Надеюсь, хоть дождь пройдет. Пройдет, куда он денется. Так, вот я здесь вот нашел какую-то конструкцию. Сейчас давай подождем рассвета и высадимся тогда. Как Колумб. Будем надеяться, что у нас местные не съедят. Коровы, они все-таки травоядные. Но тут всякие коровы могут водиться. Да, вот там сейчас даже какая-то надпись есть. Как назовем этот остров?
Америка. Shrine of Mu. Забавно. Shrine, да, это у нас что? Shrine, это значит святилище коровы. Да-да-да-да, точно. Ну, Индия тогда. Чё? Мы открыли Индию. Смотри, там... Ты уверен? В прошлый раз... Так, сейчас я. Сейчас я проверю, я пошел. В прошлый раз такая твоя попытка не увенчалась успехом. Есть, заходи. О, уголь. Чё? О, боже мой, сколько всего. Есть. Еще яблоки. Редстоун, это я возьму. О, алмазная кирка, это я возьму. И диск очередной. И молоко даже есть, здорово. Цветочки. ТНТ, ух ты. Угу. Это я тоже возьму. Рождалка зомбей. Воу. Здрасте, так, ребята. Как тебе отсюда выбраться? Животрепещущий вопрос. Потому что по тому же потоку мы отсюда не выберемся явно. Потому что тот поток идет вниз, поэтому нас так быстро вниз отнесло. Ну, может, предполагается, что мы должны... выбраться сами. Да. Выкопать. Это была ловушка святилища коров. Или коровьего святилища. Так, а что, там дальше взял, ничего, да? Нет, там, что ли? Там ничего нет хорошего. Пойдем просто обратно проверим. Смотри, наверх. Тут пещера какая-то дальше идет, как это ничего хорошего. Ну-ка, я ее засветлил уже. Ну, где в смысле, мог? Ты до тупика дошел? Нет, совсем до тупика не дошел, но там он как бы... Он там подразумевается явно. Блин, как обычно, пропускаешь все ресурсы. Вот я перестану добывать ресурсы и, посмотрю тогда на тебя, как ты будешь пропускать ресурсы. Я буду бегать в шкурах, жить рыбной ловлей. Ты знаешь, ничего тут не подразумевается, никакой тупик. А что ты там нашел? А еще продолжение. Нифига себе там. Какое разломище. Стоит ли нам сюда идти? Вот уж даже не знаю. Мне кажется, это не рукотворное, поэтому тут ничего нет. Крипер. А если бы наставил несколько факелов, значит, это выход. Так, лучше уходи с щебня этого. Уходи с него. Ушел. Ты жив? Да. Давай отсюда вообще двинем в обратную сторону лучше. Посмотрим, что там еще есть, Рамон. Так а чё ж мы тогда сюда пришли? Столько плыть и просто зайти так, и выйти. Мы же ищем пока что только артефакты, то есть рукотворные пещеры. Рукотворные всякие штуки. Ну, мне кажется, что... Что каких-то автор... пещер обычных везде хватает. Автор использует рукотворные пещеры, и в них что-нибудь еще и располагает заодно. Но редко так далеко. Автор все-таки жалеет. Пользователя. Да... Видишь, я добываю тоже. Да, раз в несколько недель. Надо тебе сделать все-таки вот эту дрель, потом как-нибудь, как в следующий раз я тебе... На день рождения мне подаришь. Презентую, да, потому что если тебе так сильно не нравится добывать ресурсы, то с ней просто это, два клика и все, и ты добыл то, что... Я знаю, я пользовался. Еще и лазерным пистолетом тоже пользовался для добычи, все, здесь точно тупик. Ну, лазер я не очень люблю. Он несколько неточен. Ну, да, дурацкий. Дурацкий он. Железо. О, добываю, пока отгоню зомбей. Да, один кусок был. Ну, ладно, пойдем до нас. Ууу, не-не-не-не-не. Что-то там еще нашел такое. Ну, смотри там дальше, сколько железа. И вот еще железо. Это нам надо. Так можно вечно скитаться по подземельям. Можно, конечно... Все новое и новое железо. Я не знаю, зачем я Divining Rod с собой брал. Она нужна, в общем-то, только когда... Вот все равно от него нет, да? По шахтам ходишь, да? Да, в шахтах-то удобнее. Так, здесь непонятно, куда бежать. Я потом как-нибудь зрителям покажу, что я там уже накопал. У меня там крот заблудится, не то что я. Так, ты где? А, вот вижу. Я здесь просто немножко отбежал засветлить его. Назад возвращаюсь уже. Назад пойдем? Да, ну... Ну пойдем, я согласен. Что-то надо накопали. Еще поискать, что есть еще интересного. Такс. Все, я на гравии на том. Ага, да-да-да, вижу тебя. В обратную сторону только по-быстренькому сбегаем. Здесь мы еще в одну сторону здесь не добежали.
Потом будем вылезать отсюда. Так, а еда у тебя какая осталась? Да, тебе надо что-то? Да, я бы так перекусил бы. Все, спасибо. То хватит. Ой, тебе все насыпал. Дай мне чуть-чуть. Половинку. Спасибо. Так, вот здесь мы еще не прошли. А здесь все, в общем-то, и тупик. Пещера и пещера. Теперь вопрос, как отсюда убираться? Хороший вопрос. Так просто наверх не выбраться. Предлагаю рыть рядом. Что ты думаешь по этому поводу? Я могу сделать, в общем, спиральку. Что, с этой дрелью это не проблема. Давай. Вообще. Да, поднимаюсь на поверхность здесь. Воу. С землей она, конечно, ОП. Но она же не тупится ни от чего, да? Не, ее заряжать просто надо и все. Но у меня лэпак за спиной, который 300 тысяч EU может выдерживать. Что? Поэтому этого надолго. У, железо. Слушай, повезло прям. Дофига его. Здесь как подмастерье, я слышу коров. Так, что у нас там дальше? Спираль куда идет? Вот сюда. Да. Высота чё уже 89. Да, мычат, мычат. Я думаю, там, скорее всего, спавнилки какие-то находятся, коровьи. О, мы вышли. Ура! И, видишь, не пришлось задыхаться под водой. Прямо рядом с этим шрайном, кстати говоря. Давай посмотрим, что здесь интересно. Здравствуйте местным обитателям. Сейчас я... Первое же, что я сделаю, это поздороваюсь. Подожди, сейчас вот. И, здравствуйте. Честно, ты настоящий европеец. А, тоже так с местными. Где еще местные тут аборигены? Поплыли дальше на лодке вдоль берега. Все. Выходи. Вдоль берега? Может, по самому острову походить? Тут, может, а мы что-то... вдоль берега сейчас. Здесь просто деревьев много. Я не хочу лодки оставлять. Чтобы не бегать туда-сюда. Если что-то увидим, то высадимся. Там дальше будет это большое дерево, хочу на него слазать очень. Пока сейчас день еще. А вот сюда припарковались. Бежишь, так, а вот тут еще рядышком же остров продолжается дальше. Так я тебе говорю, там мы с берега увидим. Просто лодки возьми, иначе мы так и будем тут бегать. Туда добежим, потом обратно за лодками бежать. Если сундук спрятан где-нибудь посередине острова, мы этого точно не увидим. А мы сюда еще вернемся. Да, конечно. Почему нет? Куда мы хотели вернуться? Мы хотели вернуться к спаунилке слаймов, я помню. Но нам они не так нужны просто пока. Куда мы еще хотели вернуться? К той лаве, где мы крышу хотели построить. Какую крышу? А, да, ну туда мы обязательно еще вернемся. Да-да-да. Не можем вернуться сразу во все места. Куда мы еще хотели вернуться? Так, ладно. Сейчас по карте будем смотреть. Ну тут такой архипелаг прям. Да, вот там я вижу впереди это самое дерево. Вот оно. Дерево? Это там, где все. Блин. В японском стиле, ты говорил? Да, у меня есть провал, я его пытался обрулить, по которому сейчас едешь сейчас. У меня еще одна лодка есть. Не-не-не-не-не. У меня еще одна лодка есть, мне страшно. А вот там. Заплыл? Да. Вот так будешь. Докривлялся. Так, что я вижу тут? Вот здесь я какой-то вижу интересный источник. И потом тогда на тот остров сплаваем. Ух ты. Вот здесь. Что-то такое. Кажется? Идем. Что-то здесь необычное такое, мне кажется, рукотворное. Какой-то крест чувствую, стоит. Да. Ну, если посмотреть на острова сзади нас, то они тоже, по сути, рукотворные. Смотри, ну это просто такой необычный источник сделан, да? Да я не думаю, что он обычный. Ну-ка. А, там сундук в начале. В начале? Да, а в сундуке куча льда. Да и куда ты полез-то? Да, иди назад. Назад, вон там, прям, оттуда прям вода течет из льда. Вот здесь, прямо вот здесь из источника, смотри, там сундук. А, ну просто меня смутило слово «назад». А, назад откуда пришел, вот, да. Бери лед. Ну я три кусочка возьму, если что, конденсирую, если надо. И теперь будет. Вот на этот японский остров. Сейчас зайдем в него с той стороны, на где он начинается, и посмотрим, что там есть. Я думаю, это одна из ачивок, кстати. Ну, естественно. Найти лед. Ух ты, какое дерево клевое. Да, вот я его тогда и видел. Здесь сбоку вот даже причальчик такой есть, красивый. В японском стиле, как я его назвал.
Хорошо тут все сделано. И далеко так вообще от старта. Угу. Так, здесь высадимся, пожалуйста. А, мы еще круче причал построим, вот увидишь. Конечно. Здесь, кстати, это самое начало пути, если вот идешь и дальше нужно подниматься, похоже. Ты где? Купаешься? Бульк. Ступеньки, ступеньки. Так, опять вот подземелье. Я пошел отсюда. Я думал наверх подняться, но сейчас давай сначала наверху посмотрим. Я насытился. Люблю эти подземелья все. Там наверху какие-то фонарики. Сейчас. Ну просто они, может, для того, чтобы привлечь внимание. Может быть, да, конечно, чтобы подсветка была ночью интересная такая. Так. Может быть и нет. Я думаю, что надо все-таки туда спускаться. Погнали, все равно ночь. Сейчас еще разведаем этот секрет. И на сегодня закончим. Я тут уже забрался наверх. О, у меня ачивка вдруг внезапно Getting Wood. Здесь однозначно пауки. Я их вижу уже. Я нашел сундук. А я нашел спавнилку пауков. А что он не разбивается? Ну, киркой. Долго. А, киркой нужно именно. Че у нас тут интересно? Четыре золотых яблока, 6 обычных яблок, 6 арбузов. Сундук нашел, да? Где он был? Ну, в центре дерева. А, ясно. Я пока тут смотрю, что в корнях дерева, кроме паучьего гнезда. Ну, корни, в общем, это только беда. Ё-моё, здесь не одна, здесь еще спавнилка. Так. Оп-оп. Не сюда, вот сюда. У меня, кстати, уже улучшилась моя навигация. Я так уже по ощущениям чувствую, я лучше начинаю ориентироваться в пространстве. Здорово. Я за тебя очень рад. Yep. Я вот пока борюсь с паучьими спавнилками, они есть просто повсеместно. Тут явно какой-то секрет должен быть серьезный внизу. Шел бы ты, что ли, помог мне? А, ты уже тут? Да. Молодец. Ну, не знаю. Паутины много. Я думаю, что здесь еще спавнил тебе, скорее. Может, здесь сейчас будет босс-файт? Думаешь? Может быть. И мы закончим вдруг внезапно карту тут, скажут. Все, вы выиграли, вы нашли секретную локацию, где все. Оу! Сейчас травить начнут. Оук. Там еще, похоже, спавнил где-то внизу должна быть сейчас. Так, что-то там вижу, да, еще одну спавнилку. Нету спавнилки? Нету теперь, да. Там внизу какие-то огоньки вижу. И слышу зомбей. Ого, там что-то интересное. Ага. Мы одновременно по факелу поставили. Воу! Ух, шухер. Так, внизу я внизу вижу что-то, да, действительно красивое и интересное. Главное, не умираем, да? Там спавнилка вот здесь, помню, уничтожь. Спасибо. Это да, паутина, там трава, раз, там весь смотри. Свой меч. Ух ты, какая красота там внизу. Воу. Главное не упасть. Плюс один. Так, ну там глубина маленькая, туда лучше не падать, я смотрю. Там всего в один блок, по-моему, глубина. А, вот тут видишь? Типа. Чё? Типа фонтана. Ну, водопада маленького. С правой стороны. А, вижу. Давай это троим, что это такое, посмотрим. Спуск такой, наверное. Воу. Аккуратно. Где он там? Он там. Не, вот сюда, вот в эту сторону копай. В эту. Роман. А, в эту. Я думал в эту, а надо в эту. Да, куда я копаю? Просто внизу вижу фонтан этот. Слышу воду. Вот, все, я нашел. Ага. Нашел спуск? Да. Отлично. Да, супер. Фига себе тут. Ух ты, как здесь красиво-то, боже мой. Что это за место такое? My God, был. И, в общем, добро пожаловать в рай какой-то. Нет, подземный мир, слушай, это супер офигенно. Супер хостайл мэпс, где нужно искать шерсть и тому подобное.
Вот мы сюда и попали. Блин, то есть представляю, сколько здесь сейчас наспавнится мобов ночью. Обалденно здесь, слушай, обалденно просто. Ну они особо давай и немножко... не спавнятся, в общем. Давай немножко оглядимся. Жесть Red какая. Redstone тут. Чё, шесть? Жесть, говорю, какая. Жесть. Да, обалденный, слушай, подземный такой сделан, да? Давай чё, по краешку пройдем, поглядим. Что за место? Это, я понял, это корни, светящиеся от этого огромного дерева. Там же, помнишь, была ачивка на дерево? Чё у тебя разбилось-то? Да я тут добываю, и тут глоустона просто невероятное количество. А для чего? Фонари? Фонарями здесь все устлано, не знаешь? Какой смысл этого может быть? Ну, освещение, наверное, просто. Под землей несколько слоев. Так, я обойду тут пока вокруг, погляжу. Тут одни ресурсы, кстати, вокруг. Вот так вот вкапываешься в глоустоун и... Ух ты, вообще, как это, что это, почему это? И тут жесть сколько всего. Сейчас я к тебе возвращаюсь. Я по центру сейчас плескаюсь. Купаешься? Угу. Пытаюсь понять, к чему это все. Где главный сундук, который мы должны, блядь, заработать. Так, ты где? Я тут все ломаю. Здесь заблудиться как нефиг нафиг вообще. Все одинаково с всех сторон. Угу. Ну такая спираль по центру еще. Ну по центру, в центр-то легко выйти, а вот я тебя нашел. Рамон, пойдем по краю вот здесь так дальше. И вроде бы темно, а вроде бы и светло, прикольно. Да, да. Но темно, потому что сейчас наверху ночи, поэтому... Нет, так сверху, сверху вообще без разницы, что там. Здесь же все закрыто полностью. Не, ну просто вдали все равно обычно, если ночь, то темно, если день. Ух ты. Что это за... Чё ой, это? Я нашел, кажется, чё? Куда нам нужно. Ты опять на ресурсах, что ли, застрял, Рамон, ты где? Не, я что-то нашел. А, не, тут никаких секретов. Давай, давай по краю, я там что-то вижу. Ты где? Я тут нашел типа какой-то в комнатке, думал, здесь что-то есть, а тут ничего нет. Блин, ты опять куда-то убежал? Я же тебе говорю, по так краю. Так иду по краю, по тому направлению, по которому собирались. Ходи. Так, а ты... Воу. Чё я тебя не вижу? Я здесь нашел какой-то интересный вход. Какие-то пещеры. Ты куда-то убежал опять. А я тут этот, slow sand нашел. Прикинь. Что это такое? Сейчас. О, я нашел комнату. Ой, ух ты! Soul, говорю, soul. А в комнате написано The Wall of Vita. Latin for life. Это все еще Arias Vita Caverns. Здесь задание на этот регион. Я нашел комнату с заданием на этот регион. Сейчас, я вот по кругу иду. А вот я тебя вижу, иди, иди. Нет, вот сейчас беги сквозь деревья прямо. Через эту каверну. Вот правильно, правильно идешь, правильно. Правильно, правильно идешь, иди так. Ты посмотри, сколько здесь всего. Давай, давай, беги, сначала сюда я, зайдем. Кстати, тут нашел смысл еще вот этих вот, где... У, золотой блок целый. Чувак, не останавливайся, иди сюда, их тут много. А, там война у тебя идет? Нет, войны тут нет, тут просто я хочу тебе комнату эту показать. Я понял, я нашел золотой блок. Здесь блок их много вмонтировано в корни. Золото. Здесь много таких блоков в корне монтировано. Мы богаты. Да, это настоящий Эльдорадо. Только ты что-то там остановился и не идешь никуда теперь. А вот бегаю тут между деревьями. Вот туда и туда иди, правильно. Правильно, правильно идешь. Прямо на меня сейчас бежишь. В общем, если ресурсы на земле лежат, их выкапываешь, и там под ними глоустон. Его раскапываешь немножко, и там спрятаны какие-то редкие ресурсы еще. Да, круто. Здесь глоустона, по-моему, все устлано просто. Ты бежишь? Не, нет? Вот... Я вот видишь вход здесь? Сейчас мне тут все загружается. Я тебя тут жду уже. А, все вижу, да. Добро пожаловать, Рамон, в мое царство. О, смотри, есть рычаги какие-то. Сейчас нажму их. Подожди. О-о-о-о-о-о. Может, не надо было? Что я сделал? Don't be afraid to get wet. Water holds many secrets. Ага, нам говорят, не а бойтесь. Что, что, ты видишь, что-то случилось, когда я нажал? Нет. Вот смотри, сейчас окошко я еще раз нажму. Ничего не произошло? Что-то я не вижу, чтобы что-то происходило.
Да, странно. Ну, ничего явного, по крайней мере. Может быть, ты где-то проход, например, открыл. Ну, я, короче, сейчас отжал. Смотри, если нам говорят, не бойтесь намочить себя, вода скрывает множество секретов, и рядом рычаг. И справа от нас... Я их уже нажал. Вот, мы только не еще посчитали, раз. Что нажимай. Здесь написано на стенах. Нажимай еще раз рычаги. Я, кажется, понял. Да-да-да. Оп, а второй? А второй с другой второй стороны. Второй с другой стороны открывает, да. Вот. Но они были сейчас... закрыты. Они были закрыты, между прочим. Значит, надо открыть. Вот это один открыл, и вот второй ты открыл. Ты думаешь, так по-вандальски вломиться и проверить? А как еще? Ничего. А может быть, нужно смотреть, куда вода бежит, наоборот. Но она бежит, вот, вот тут святилище такое есть, типа комнатка. Да, и вот тут сундук. Что там? Я нашел Геннадия тыкву. Да, еще одного. Да. Книжные полки, компас, часы, верстак зачем-то, куча опять... Этой... Бриллиантовая броня. Алмазная, да, и смотри, алмазные инструменты, лук. Я беру себе лук. О! И стрелы. Сколько тут всего. Ой, алмазную кирку беру себе. А Бориса тыкву не будешь забирать? Ой, Геннадия. Джек О'Лантерн его зовут. А, просто лампа такая. Возьму, почему нет. Еще пампкин. О, удочка. Специально для меня, слушай, сундукан. Просто. Так, я, наверное, лук тогда возьму. Или ты взял? Я уже взял. Я такой любитель рейндж атаки. Давай пойдем теперь почитаем, что в комнате. На этом сегодняшнее приключение закончим, и потом продолжим именно с этого места. Ты что, алмазную броню не будешь забирать? Так я думал, ты себе ее берешь, нет? Не, я шлепак ношу, я не могу ее одеть. А, ну оставь пока, я потом заберу. Надо подумать, что выкинуть. Я пока читаю, что здесь находится. The Wall of Vita. То есть стена жизни. Угу. Что здесь написано? Build. Сконструируйте свой дом поблизости... Но это мы вокруг. Хардкор, по-моему, нашли. Мы еще и не закончили. Вокруг ближайшего... Ой, вокруг центрального фонтана. Используйте деревья как поддержку. Ну, тут прикольно. Найдите но... и истребите всех подземных пауков и их логово. Всех подземных пауков. Это будет весело. Так... Да, закончите вот это вот все, типа, сделайте, чтобы это все было из светящегося камня. Полностью все? Да. Найдите тело последнего куратора. Соорудите святилище в центральном бассейне его честь. Интересно. И мы тут же принялись ломать здесь все вокруг. Я забираю золотые блоки. Вандал. Я тоже возьму один. Им они ни к чему, а вот нам очень пригодятся. Допустили, блин, свиней в огород. Ну скажи, зачем подземным паукам золотые блоки? Я думаю, ни к чему. Добро пожаловать, храбрый путешественник. Мое имя больше не важно, так как много сотен лет назад я отсюда ушел. И пишу это сообщение, ля-ля-ля. Так, это спендер, та-та-та. В общем, он тут все это создавал, улучшал. И воевал с пауками. Нет, это сверху вниз надо читать. Я знаю, так и делаю. Вы можете здесь найти все, что вам будет полезно, только не нарушайте типа красоту и поддерживайте и исполняйте здесь задания, если сможете ли вы с этим справиться, уже зависит от вас. Хорошо. Здесь целое, предлагают нам целый мэншн построить, то есть этот виллу целую построить. Усадьбу. Усадьбу, да. Может быть, мы этим как-нибудь и займемся? Как обычно, мы сюда еще вернемся. Да. Я это помечу место в любом случае. А как это у нас называется место? Вита, что-то там. Древо назови. Аурея Вита. Да, Аурея Вита. Аурея Вита. Все прям вот командный центр это у нас тут получается. Место прикольное, но что-то переезжать мне сюда вряд ли бы захотелось, наверное. Ну, под землей не прикольно жить. Да. Ну, в общем, наверное, на этом мы закончим. Всем пока, до встречи. Пока, спасибо, что смотрели. Живите долго и процветайте. Спасибо, Роман.
И тебе спасибо. Пока.